Добро пожаловать, Нилюфар, как дела? Спасибо большое вам. Мне очень приятно участвовать на этой программе. Нилюфар, что мислиман бошан дикашна мадагуне кия гомбурбайн процедура нарафтан? Нет, вот так хочу, нет, вот так хочу, чуть-чуть сюда, чуть-чуть туда. Ой, мне не нравится. Ты у меня в голове вот так звучишь. Хэч вахтру, я тон робу особу нашу ед. Комбо. Мардон бочигуна талаботоме бян. Порой морщина, бисертар мрочат мекунан. Парни тоже делают, например, колят ботоксы, вот это все? Хонатон ручха уборка мекунет, руятон рубойдам, хали тоза кунет. Иногда хотя бы делай генеральную уборку, Фарида, тебе в лицо об этом говорят. И еще раз добрый вечер, дорогие слушатели Нового Радио. В эфире с вами шоу «Девчат». Время 6.01. И к нам уже присоединилась наша гостья, чей голос будет звучать в течение часа и радовать нас и вас. Наша гостья, как мы уже ранее сказали, это Нилюфар Халимова. Добро пожаловать, Нилюфар. Нилюфар у нас косметолог. Ага. Вот почему мы столько говорили об этом, обсуждали эту тему. Мы уверены, что Нилюфар сейчас развеет все мифы вокруг этой профессии, потому что она учится в медицинском, что в первую очередь мы ценим в наших косметологов. Добро пожаловать, Нилюфар, как дела? Плавный привет всем слушателям Новое Радио. Я Нилюфар Халимова, косметолог и блогер. Вот, мы вот говорили, что все говорят... Да, мы говорили о том, что очень много блогеров развелось. А почему никто не говорит про косметологов? Косметолог-блогер. Комбо. Давайте для наших слушателей, Нилюфар, давайте коротко, чуть-чуть про себя расскажите, пожалуйста. Где вы учитесь, работаете... Как давно работаете в этой сфере? Я Нилюфар Халимова, учусь на 6-м курсе Таджикский национальный университет, лечебный факультет. Уже более 4 года я работаю в косметологии. Раньше работала в клинике, уже почти год открыла свой кабинет отдельно. Это мое хобби. А, косметология хобби. Да. А вот вопрос, почему сейчас очень много, да, выпускников мединститута идут именно по направлению косметологии? Ну, если честно, это мое хобби. Мне с детства нравилась красота, ухоженность, как ухаживать девушки за собой. Вот, из-за этого я выбрала косметологию. А остальные, думаете, выбирают из-за денег? Может. Может. Точно, точно. Мумой донемки, точно. Нилюфар, шмогтетки дар донечгой мили таси мекале. Ва алакай аз чор солшутки дар сухай косметология кор мекале. Яники шмо алакай аз курси дуюм шуру карде ба кори косметологии. Бале, вахтеки ковид ноздах бут, карантин элон кардан, хама дар хона мешист. Ман вообще хонове шита наметонам. Бой да гон курс равам, я гон касп омузам коркунам. Бад рафтам косметология омухтан. Бад азон коркардам. Камтар качестве косметолог эстет. Фака чистка мекардам, пилинг мекардам, домашний уход. Бад азон 2020 повышение квалификации. Бад назия косметологом адам. Даронжо сеймо хондам. Бад коркардам. هم میخوندم هم کار میکردم بعد هم خیلی رفت معقول شد به حد دوست داشتم همین کسبم رو پوشنی همین سال кабинет худам рук шодам. Нилюфар, я знаю, что есть эстетическая косметология, если не ошибаюсь, да, где подразумевается просто чистка лица, массаж, там вот уход за лицом, за волосами, за ногтями. Есть еще медицинская косметология, есть декоративная косметология. Вот в случае, например, людей, которые с мединститута, вам легче, да, выбирать направление, и у вас всегда медицинская косметология, вы можете делать уколы и все остальное. Но вот насчет девушек, которые не оканчивают мединститут, проходят какие-то курсы, как вы думаете, насколько хорошо обращаться к ним? Если честно, девушки, которые учатся в медицинском, они знают анатомию, физиологию, надо изучать всю анатомию лица. Они учатся, после этого они повышают или поступают на косметологические курсы, там обучают с нуля. Если взять эстетическую косметологию, то можно и без медицинского образования, потому что там поверхностная анатомию, все объясняют, преподают. Там еще теория и практика, только чистка лица, пилинг и массаж. Это и без медобразования тоже можно. А насчет контурной пластики, ботоксы и другие инъекционные процедуры, лучше сначала обучаться или
те девушки, которые учатся на медицинском, им легче, потому что они уже все знают. Не все, но знают, понимают. Да, вот почему меня эта тема действительно беспокоит. Вы, наверное, в курсе того, что вот столько, можно сказать, появилось людей, которые работают в этой сфере, не имея медицинского образования. Что для меня, например, вот Фарида правильно сказала, например, я закончила факультет международных отношений, я могу сейчас работать на радио, это мне не мешает. Но при этом, если бы я пошла бы в косметологию и колола бы людей, то это с моей стороны как минимум, да, неправильно, нечестно, потому что нужно пройти, потому что это связано с лицом. И вот у нас были моменты знакомства с девушками, которые ходили вот к косметологу, который я иду, и у них там ожоги на лице, у них там неправильный контуринг лица и все остальное. Вот эти моменты действительно очень сильно напрягают. И потом я всегда думаю, а почему бы не спросить? А есть такое, что вот девушки у вас спрашивают, есть ли у вас медицинское образование, покажите мне его, потому что у меня был там плохой опыт. Да, ко мне приходят женщины, девушки, они сначала спрашивают, где вы учитесь или учились, покажите диплом, сертификаты, где вы обучались, где повышение квалификации проходили. Я все показываю, консультирую их. Потом, если они согласятся, сделаем процедуры. بسیار علاقه ما چند بار در باره کورس خواندن شما حرف زده من خیلی شد که از اکانت اینستاگرام شما رو پیگیری میکنم نگاه میکنم و در اونجا من چند بار دیدم که شما با دیگر دولت ها سفر کرده بودید برای باز هم زیادتر آموختنی ماس کسمیتولوژی کمی در باره این میگفتید بله اول در تاجیکستان آموختم در شهر خوجند بعد در دوشنبه سال 2019-20 بعد از آن قزاقستان رفتم آلماتو در آلماتو повышение квалификации گذاشتم یک هفته بعد هم خیلی رفت مسکو رفتم بعد недавно ташкент رفتم دو مرتبه برای повышение квалификации آدمی که در همین ساحه کار میکند میخواد بسیارتر چیز را داند برای که مدیسینا در یک جا نمیستد هر روز یکم پروسیدوره نو یکم پرپاراتوی نو بنامه برویت باید Одам омузат, подкоркнат. Вы сказали, что вы у нас косметолог-блогер. Мы, если честно, знаем, что косметологи не бедные люди. Они зарабатывают достаточно таки хорошо, да? С чего вы решили, вот, что вот нужно продвигать себя в социальных сетях тоже? А мы с Айфой косметологом и даруем, мы видим, что хама процедура, что мы монан, дарбураш, мы не висан, то кап на мезанан. Бат сурати до после мы монан. بعد شیشتم یک روز قطع دوگانام یک جده شیشتم بعد فکر کردم که چی کنم اکسپرتن کانتنت با زبانی تاجیکی برای که نه همه زبانی روسی رو میفهمد بعد یکمین ویدیو که اکسپرتن کردم هیچ وقت رویتان رو با زبان نشوید که قریب یک میلیون پرسموتر گرفت به یکم پردویژنی به یکم تارگیت بعد از اون خودم هم حواسمند شدم مردم میپرسیدند مینوشتند اگر نه رویمان رو با چی شویم بعد هم خیلی رفت هر هفته کوشش میکردم که دو ویدیو سیومکا کنم با اینستاگرام با فیسبوک مونم بعد از اون آدم ها حواسمند شدن مردم میپرسیدن میامدن بسیار کنسولتاسیا میدادم هم آنلاین هم نزدم میامدن بعد از اونه که شروع کردی با بلوگگری یعنی علاقه شروع کردی که نوار ها گیری با زبانی تاجیکی آیا همون تعدادی کلینت های شما زیادتر شد یا نه؟ بله زیادتر شدن آدم ها میامدن میپرسیدن بعد میگفتن که شما سویت های نغز میتید بسیار سخن های خوش رو میگفتن ایخ سلاوا مایا موتیواتسیا بوده بسیار تر میخواستم هم خیلی ویدیو کنم که آدم ها چی شود پلوس شود نیلوفر نه بلا придирчивых клиентов например Нет? Не было. Не было? Нет. Нету таких, которые вот как Фарида, да? Нет, вот так хочу, нет, вот так хочу, чуть-чуть сюда, чуть-чуть туда, ой, мне не нравится. Ты у меня в голове вот так звучишь. Боз манди да будам ки ту шогирд мегири. Бале, шогирд мегирам. Мегири, да? Мегуфти ки вахта ки баназ ди ту мебиан дар кадом махсоха мегири шогирд. Ва ойо вахта ки баназ дат мебиан ту низ ягон сертификат, йоки ягон чизе ки дар куджо тасир кардан, ойо байно бат мегири, йоки не? همهاش رو با اینوبات میگیرم اساسا حاضر آخری وقتا شاگرده با کسمیتولوگ استتیست میگیرم برای که دختران بسیاران که بعد از ختم مکتب پدر و مادرشان اجازت نمیتین دانشگاه تحصیل کنند کورسی کوتاه مدت میگذارند صحبی یکان کسب و کار شوند
برای همین فقط کسمیتولوگ استت شاگرد میگیرم. یعنی تو حال نبوده است که در دیگر ساحه گیری، فقط کسمیتولوگ؟ در دیگر ساحه هم گرفته بودم، لکی خیلی شد، شش ماه پیش. Косметолог эстет бегает бисер. Харус хоешмант хастан. Нилюфар, давай поговорим с тобой вот о мире блогинга, вот о том, что ты ведешь. Очень много, да, действительно, косметологов, которые активно ведут свою страницу, но при этом ты ведешь страницу на таджикском языке, что, наверное, еще добавляет плюс, потому что, опять же, да, язык, все остальное. Вахтаки, да, масс косметология, масс медицина, вахтаки по забони руси харф мезани дар бурай доруго, бисер калимахой, но фахмо дорадки, а то забони руси, ошах زبانی روسی رو میدونستگی هم نمیتواند خوب درک کند و البته فکر که شما کردید و قرار برآورد که با زبانی تاجیکی همون اکاونت خود رو پیش برید این بهترین بود این یک چیزی بود که یک دیگرگونی بود که از دیگر اکاونت ها یک فرقی داد با شما چی страницы нравится лично тебе если честно я иногда наблюдаю за блогерами а так у меня свои цели другие мышления то что я хочу я это создаю Я как бы таклит намекнул. А вот именно в сфере косметологии есть уже, да, люди, у которых очень такие известные имена, которым ходят все, да, ждут очереди. Есть те, которые вдохновляют именно тебя, девушка, которая тебе нравится, именно из этой сферы. Да, но они живут в Москве или в Европе. Ага, значит, таджикских нет. Таджикских, если честно, я не наблюдаю иногда. Гуфтани есть ки дарягон косметолог аз Душанбе обуна нести? Не, аз там обуна, балустозам. Хаму кас мана вдохновлять мекардам, бад наз зашо омадам хондам. Бад се сол, хамрой вайкас дар клиника кор кардам, бад кабинете худам ро اگر خود البته میتونید نامش رو گید ما با مهمانان خود این گونه امکانیت میدهیم که فقط مهمانان میبینند و با استادی خود تشکر میکنند اگر خود میتونید با استادی خود مهری نیسا که در اینستاگرام دوک میلی سیگ نام دارد تشکر Нилюфар, хотелось бы знать еще о чем с тобой поговорить Климат меняется, да, сейчас у нас осень, осенняя хандра и все остальное. Вот мне всегда было интересно знать, потому что есть же процедуры, которые нужно проходить исключительно зимой, осенью, там, летом. Ты их не пройдешь, потому что нельзя. И если там скажут тебе, давай вот эту процедуру, то стоит отказаться из-за того, что там осложнения могут быть, пигментация и все остальное. Можешь пару процедур для наших слушателей, пожалуйста, посоветовать, то, что можно пройти именно осенью? Позырки вахти тирамогас, руй бисерихо, Монанди сеп кок мешават. Барои хамин чан намуд процедура доем. Якумаш ин биоревитализация мебошад. Биоревитализация руйро на основе гиалуроновой кислоты. Руйро увлажняет мекунат, осветляет, омолаживает. Бад азон пилинг дорем. Дар фасли тирамо, асосан сезони пилинги, дохоро нест мекунат, дохи руйро. Бад чистка лица. Хар мо мумкин аз кардам, сезонный. Вот скажите, не, чистка лица же это полезно? Да, полезно. Нужно? Нужно, полезно. Надо. Надо, Фарида, надо тебе сказать. Короче, Нилюфар, что мислиман бошан дикар шума дагуне ки агон бур баин процедура нарафтан, ва худи озир вахта кишпо ме гоет ки боят кунет, что аз он хо, ва чуроне ки аз ман худи озир савол ба ми он омад, чаро ин фойда овар аз, барой чи ма аз чистка лица? Чистка лица это генеральная уборка. Хона тонро чихай уборка мекунет, руя тонро бойдам, хали тоза кунет. Иногда хотя бы делай генеральную уборку, Фарида тебе в лицо об этом говорят. Аз бахти муофиг истифода бурда, бо промокоди девчат бад худиози раз Нилюфар ягон тахфиф гирем, чунен ки хама вах мекунем ку. Да, Нилюфар будет. Кстати, есть скидочки, что-нибудь еще, чтобы девочки подошли после нашего эфира, они, наверное, сейчас думают, блин, я тоже давно не делала генеральную уборку. Худи мани залакай ба мана джип шут ки ойо худи хозир ягон акция гон тахиф рафта истода аст ёне? Бале акция рафта истода аст, факат барои процедурой контурной пластика биоревитализация инъекционной процедуры ботексом халё. Барои эстетическая косметология мисли чистка лица, пилинг, массаж тахиф надорем. Фарида, а, лица ба тахиф, Фарида, это и так недорогие процедуры. Тахиф шмо токай и дома дорад. То байни мохи октябр, понзауми октябр. То понзауми октябр. Шно дагони азиз, шмо метавонет, то понзауми октябр, баназди Нилюфар афта ва
اگر نیلوفر با شما تخفیف نکرد شما علاقه رقم های نوی رادیو رو میدونید میتوانید زنگ زنید شکایت کنید که تو در میکروفون در نزد همه وعده داده بودی. نیلوفر میخواستم یه چی دیگر پرسم، من میدونم که خودی حاضر بسیار تاکسیستان بسیار مردکان ما رو گوش کرده استودن و میگفتید که آیا با چیستکا لیتسا با گنرال نو بورکا چنیو که میگوید تنها دختران نیوز دارن، آیا با شما پسران نیز مراجعه میکنن؟ بله مراجعه میکنن بچه ها را. خب نیلوفر کمی در برای همه گفتی که مردان با چی گونه طلبات ها میبین؟ بسیارتر برای چیستکا لیتسا میبین کاشاشان روغنی هست بعد برای مرشینا بسیارتر مراجعه میکنن اوژانکای روی парни тоже делают, например, колят ботоксы, вот это все? Да. Да? Они в плане наши же скрывают? Не колят. Не все, да? Если кожа слишком нуждается, то можно. Ага. Это нормально. Это я вообще, если честно, 100% это поддерживаю. Вот я периодически сейчас вот сама нацелена на то, чтобы заставить своего мужа пойти на чистку лица, потому что он так же, как и Фарида, никогда не делал генеральную уборку на лице. А я против такого, я говорю, сделай, потому что ощутишь вот эту легкость. Вот если я приду, мне захочется вот эти морщины свои убрать. Вот мы как ранее говорили, да, омолодить. Мне же нужно омолодиться. Ну, мало ли, я верю. Верю в чудо. Сколько, во сколько это мне обойдется? Приходите потом поговорим. Ну хорошо, хорошо. Средний чек, условно говоря, если я приду на чистку и сделаю там уколы для осветления кожи, там витамин С, что-то такое, если я сделаю. Средний. Нормально. Фарида, let's go. Фарида, let's go. Ман мерам. По 700 сомон, агар укол бушад, яне чистка лица, он кадар кимат нами шават, барамин, а хатман мебиом. Это еще без скидки. Без скидки, а бо еще вот девчат, бо скидка дран. Хатман, хатман, ба онжо мерам, ва шунаман, даго не азиз, шахсоне ки дар ману вуна астан, дар нью радио вуна астан, ман албата бат фикри худро дар онжо мегузорам. Вот насчет девочек, которые, кстати, нам писали в вопросах, что вот мы хотим пройти какие-то курсы, преподает ли Нилюфар, вот ты ранее сказала, что да, преподаешь, но эстетически исключительно. Вот, например, если есть желающие, да, наши слушатели хотят прийти к тебе, как им записаться, куда тебе написать, сколько будет в целом длиться курс, можешь дать небольшую информацию. Вале метавонан омаде, касони хоишмандан, курс ду хафта давом мекунад, хар руз хам теория, хам практика. Баъд аз хатми курс сертификат дода мешавад, метавонан ба кор шуру кунан. О, классно. Алакай баъд аз ду хафта? Да. Вы проходите в целом, да, тип кожи, что делать? Да. Там, не знаю, там пилинги, строение, массаж. Да. И чистку. Фарида, не хочешь пойти на новый курс и заработать на iPhone 20? Уже сейчас? Алакай дар фикр задам, чунки ман мани смысле ки алакай خاید کرد نیلوفر که دکتر همیگونه شخصی هست که نمیتونه در جایش نشیند و همیشه میخواد یک چیزی نویگری و نویگری آموزد. من فکر میکنم که نه تنها در ساحه دکتری، در تمام ساحه‌ای که آدمان کار میکنن اگر شوق داشته باشی در حقیقت نیز میخواهی که باز بسیارتر و بسیارتر آموزی و من همیگونه شخصی هستم که علاقه زبس کردم برای مکیاژ رو یاد گرفتن و من از خودم حیران نمیشوم اگر یک روز من به کسمیتولوژی میروم چون که من از خودم تمام چیز رو انتظارم یک کاری میکنم که خودم حیران скажу словами великих, великих, о боже, упаси. Еще раз напоминаем, что это волна 95.5 FM, в эфире с вами шоу «Девчат». Мы пытались развеселить вас весь эфир. Все было шуткой, кроме того, что, опять же, генеральная уборка нужна всем. Все остальное шло от сердца. Нашей гостью была Нилюфар Халимова, которую в Инстаграме вы можете найти под ником dr.neila. Вот. Можете написать ей, она обо всем вам ответит. Нилюфар, спасибо большое, что пришла. Спасибо, что сегодня была с нами. У нас был замечательный эфир. Мы давно так не смеялись над Фаридой. Спасибо тебе. Нилюфар, еще раз спасибо большое, что была с нами. Надеюсь, тебе все понравилось. Пару слов нашим слушателям напоследок. Спасибо большое вам. Мне очень приятно участвовать на этой программе. О, отлично. Спасибо большое, Фаридашка. Тут Аша Курезиотки, Байнджо Умади. Ва Албата Башунама Дагонец. Ман фикр мекунам ки им руз. Шунама Дагони мо хеле хам як малумоти муфид барой худ гирифтан. Ва мо дар кори мин бадай шумо башумо пешрави хохонем. Ва мо медонем ки, ман медонем ки баназдики боз як сафари дигар дори барой боз хам зиотар ва бехтар кардани хамон касби худ. Ва ту бурдбори пешрави ва бигузор дар оянда боз ва яке аз касметологони машу
کلتور نه تنها در تاجیکستان بلکه در سنگ در جهان بدل گردید. Подписываемся под каждое слово Фариды. Бале, шановадагони азиз, ва ба хамаи шумо рӯзи хуб, бегои хуб умедворем бо мо бошед ва мас як ҳафта пас, мас рӯзи панҷшанбе соати 5 бар мегардем ба назди шумо. Все, еще раз напоминаем, что это была волна 95.5 FM. Это шоу «Девчат». Ваши ведущие были с вами. Увидимся через неделю на этой же волне. И, кстати, не забудем, что партнером нашего шоу является... Фитнес-клуб X-Fit. И специально для вас мы ставим песню Мино Фарида Аджаб Нахмагари.